Всем привет, друзья! Специальный выпуск, так сказать. После боя Аластера с Тьеро у некоторых игроков возникли вопросы, что, мол, бой получился кривоват, и играя я за Тьеро, допустил там грубые какие-то ошибки, из-за этого Тьеро проиграл. Вот, и типа он на самом деле вытаскивает бой там чуть ли, блин, не... Ну, не знаю, как легко-нелегко, но типа там вытаскивают бой нормально. Вот. Ну, ошибка у меня какая была, ну, даже не ошибка, а то, что я не знал, что если баллиста ходит раньше Тьеро, то потом Тьеро сам не ходился. Вот. Ну, и там мне один человек написал, что типа если ждать баллисты, и потом Тьеро ходится, и потом и баллиста может ходиться. В принципе, я сам собой бой провел. Да, действительно, у меня даже получалось так, что Тьеро раньше баллиста ходил, поэтому мне даже такой манипуляции не пришлось. То есть у меня получилось так, один бой выиграл Тьеро, первый, но у него в конце осталось два дракона. Первая причина была, возможно, ну, я не совсем правильно суккубов прикрыл. То есть дракон уничтожает... Ну, у меня получилось так, что дракон... Один дракон убил одного суккуба, второй другого. Ну, там не убил, там ранил сильно, его потом добили. То есть оба суккуба валялись. То есть если хотя бы... Потом я передрался, по-другому расстал суккубов. Ну, там еще арена зависит частично от арены. То есть дракон не смог зацепить суккуба, и оба суккуба выжили. И уже на этот раз Аластер вытянул бой. Третий раз попробовал. Также расставил все. Получилось так, что один дракон все-таки зацепил одного суккуба, убил сразу, второй не смог. Но даже с одним суккубом я все равно за Аластера вытянул бой. То есть получилось у меня 2-1. Два раза выиграл Аластер, один раз Тьеро. Вот. Ну и делал, старался все правильно. Вот. Ну, у некоторых, я так понял, возникли сомнения. Ну, давайте попробую продемонстрировать, что ли. Чтобы не было больше вопросов. Опять же, частично зависит от арены. То есть, когда мы дрались с Федором, на арене видно было эти пни. Они мешали драконам подлететь. И оба суккуба оставали живы. То есть, да, там одна из ошибок моей была, что я, типа, стрелял баллистой, сам Тьеро не ходился. Но как бы большого этого самого... Большой разницы в этом как бы не было. Ну да, Ластер не так сильно выигрывал, но эффект был гораздо другим. Давайте я попробую. Сейчас я расставлю, как я расставлял до этого. Так, ну здесь, конечно, ну ладно, пусть будет, как я до этого расставлял. Вот я расставлю. Драконы здесь. В каких-то боях у меня почему-то Тьеро первый сходился. В одном из трех боев Аластер первый сходился. То есть я не знаю, это как бы тоже может сыграть свою роль. Вот. Вот. Ну, до этого я дрался, ударил быка. Давайте ударим не быка, а лошадь, например, сейчас. Ну, сейчас эффективнее, конечно. Ну, здесь вот, видите, вот, если здесь ничего не мешает, то да, так он, конечно, достанет до суккуба. Опять же, тут все из области, как бы, как повезет и с ландшафтом, и с этим. То есть, кто какой сходится, там, кто какой не сходится. Так, ну давайте, я не знаю, как этот будет ходиться первым. О,
8, 4, 6. Потом мне подсказали сделать канал, усилить силу. Вот видите, сейчас первый ходит Саластер. Так. Суккуб уже не... А, у меня суккуб даже еще... другой еще жив остался. Я что-то не заметил. Так. Зачаровываем, значит. Молнию. В одном из боев я попробовал зачаровать цепную, но цепная она там по своим немножко прошлась, но возможно это как бы помогло. Так. Ну, суккуб уже нафиг. Не знаю, ну сейчас, конечно, все по-другому складывается. Так, этот мой, да? Я уж тут запутался, кто чей. Ну, допустим, этим не будем бить. Можно слово попробовать. А, черт. Блин, надо было подождать что-то. Сейчас только заметил, что этот Тиера не сходился. Ну, Тиера должен был потом ходиться. Ну, ждем, допустим, ничего не делаем. Дракон еще наш. Ну, ждем, допустим, этот стреляет. Хотя сейчас, конечно, эффективнее было бы баллисты, наверное, долбануть. А на этих действует на механизм нет. А, он уже отошел, нифига себе. Что только сейчас заметил. Сколько у него жизни осталось? 145, 250. Нет, он не допрыгнет. Ну ладно, Тиеру выгнал. Опять же, остается 1-2 дракона. Это как бы лучший вариант, то есть.
Тут все, я говорю, как бы на тоненького. То есть нельзя сказать, что... Да, там ошибки были, но... Раз у нас как бы проходит бой официально, то есть уже не важно, как там ситуация, потому что так можно переигрывать раз по 10. Можно еще раз, конечно, попробовать. Вот, ну, можно сказать, опять же, этому Тьеру сейчас повезло, что у меня лошадь впритык стояла. Давайте рассмотрим такую ситуацию, если лошадь впритык не стоит к быку. А, ну тогда этот суккуб получит люлей. Если я его так поставлю. Если я его так поставлю. Суккуб получит. Ну, допустим, пусть тогда суккуб, а не кошмар получает. Давайте такую ситуацию рассмотрим. Эту так ставим. Эту так, это так, это так. Может там, конечно, осиным не бить, там что-нибудь подождать, но ладно. Допустим, это также выносит эту. Допустим, у нас соперник захотел уничтожить суккуба сразу. Так не переносится. Блин, ну... Странно, почему вот сейчас я так ударил, он на суккуба не перенесся. То есть он переносится, когда рядом просто. То есть если бы я ударил коня, он бы перешел на этого дьявола, что ли. Ну ладно, допустим, давайте, я это знаю, давайте я сейчас переиграю, тогда ударю коня, пусть перенесется на дело. Тут столько этих нюансов. Давайте еще раз, теперь я ударю коня. Все равно не перешло. Опять же, драться с самим собой, это вот все нюансы, так, ты знаешь, это может быть то, сё, пятое, десятое. Давайте фей не будем бить. Вот видите, сейчас этот самый рельеф мешает мне, то есть завалить суккуба. Ну, приходится вот этих двоих бить. Так, ну, допустим, этот ждет, чтобы не вылазить. Эти стараются быстро убить суккуба. Без живой. Тырит ману, этот канал. Дальше. Ну, давайте не будем бить, просто встанем, закроем. А почему ответ на удар? А, потому что он его напугал. Ну ладно. Ответного уже нету. Вот видите, опять ластер первый. Ну, здесь я не знаю, здесь, с одной стороны, лучше, конечно, загипнозить дракона, но с другой, я думаю, лучше пройтись. Нечестивым 250 по всем. Ну, вот так, допустим, фея долетела. Давайте баллисты подождем, пусть ее заколдует.
Да, неудачно я долбанул, конечно. Но даже 14 уже могут соблазнить. Заколдовываем молнию. Можно было сейчас, конечно, проэкспериментировать цепную, пока они там все рядом. Давайте цепную заколдую сейчас. Может, больше заберет, пока они там все стоят кучей. Так, дракон мой, да? Кстати, цепная лучше ударил, чем обычный мой. Сколько там у него еще держится? 0.19. Следующий ход уже будет не наш. А, все, зато магия закончилась. Видите, цепная. Она хорошо всех разнесла, но зато магия закончилась. Соблазнение слетело, странно. Ну ладно. Ну опять же, все эти нюансы, как бы это все надо знать, охренеть. Давайте опять нечестиво. Ну, эта магия закончилась. Ну, все. Ну и все, что тут? Вот видите, теперь Аластер выиграл. Ну мог бы, ладно, я бы заколдовал обычную молнию, допустим, не цепную. Там бы сразу бы вся вот эта моя арава бы не умерла. То есть там чуть больше осталось живо. Ну, баллиста бы, может, кого-то добила, но... То есть тут двояко. Либо так, либо так. Опять же, зависит от арены. Вот я сейчас расставил, знаю, что дракон вот так не убьет моих суккубов. Расставил так. Потом почему-то с одного спрыгнуло подчинение, с другого не стоит. То есть все на тоненького, поэтому тут, я не знаю, вопросов особо не должно быть. То есть, может, у кого-то там 4 раза выиграл Тьер, но так повезло, что вот я уже... Сейчас в первом бою так произошло, во втором так, то есть от арены. Плюс я и говорю, вне записи еще сам с собой дрался. 2 победы Аластера, 1 Тиеру. Опять же, драться с самим собой — это совсем разная вещь, чем с другим человеком. Он немножко по-другому размышляет. Как бы свой мозг ты не пересадишь другому, но это уже будет как-то немножко не то. То есть все-таки турнир, но при этом как-то делаются... как это говорится, нюансы в сторону того, что все-таки играют 2 разных человека. Да, мы могли бы, конечно, там же поменяться опять, но там бы я бы сыграл уже за Аластера, там Федор за Тиеру, но опять же, там бы ничего не изменилось, потому что на тот момент мы особо, ну, там так же бы проделали, то есть мы не знали, что надо было Тиеру подождать там. Ну, может, я бы расставился похуже, да, там Тиеру бы вытащил, мы, в принципе, сидели бы и думали. Хотя первый бой Аластера там куча еще юнитов осталось. То есть, да, я не спорю, что Тиеру выигрывает, но если он выиграет, то уж не так легко он выиграет. У него остается там тоже чуть-чуть. Поэтому тут 50 на 50, но мне кажется, все-таки Аластер больше заслужит идти дальше, потому что у него все-таки армия такая по...
Ну, то есть там думать надо, что делать. То есть кого завораживать, кого не завораживать. А у Тьеру, блин, заколдовал стрелу и долби этим, этой молнией особо ты. То есть тоже как-то. Вот. Понятно, что если бы Аластер там напоролся на какую-нибудь нежить, может, на того же Орсона, ему бы там было бы не сладко. Вот, но такие дела, поэтому можно спорить сколько угодно, но вот, я вам все продемонстрирую. Может сложиться и так, и так. И тоже где-то частичку удачи сыграет. Кто-то сходился раньше, где-то ландшафт помешал, где-то это. Так что не обессудьте, но победа Ластера как бы сомнению не подвергается. Надеюсь, вы меня поняли. Всем удачи и пока. Следите за турниром.